20 тысяч куличей. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с предпринимателями подготовил пасхальный подарок для жителей муниципалитета. В субботу и воскресенье мы вместе с волонтерами доставим эти подарки нашим ветеранам Великой Отечественной войны, нашим многодетным семьям, нашим медикам, семьям, которые оказались в сложной ситуации, семьям, где есть дети с ограниченными возможностями, дети-сироты, всем, кто нуждается в этот праздничный день в нашем тепле, в нашем поздравлении, в нашем внимании. Куличи доставили в Георгиевский храм. Волонтеры, молодая гвардия «Единой России», члены общественной палаты округа должны были не только их разложить, но и на каждой закрепить открытку и поздравление со светлым Христовым воскресением. Мы готовимся к светлому празднику Пасхи. И, конечно же, все мы печем куличи, все мы в преддверии этого праздника. И, конечно же, очень хочется, чтобы куличи на столе были освященные. И большое спасибо Андрею Робертовичу, главе которого, посмотрите, какой подарок он сделал жителям округа. Это фантастика. Каждый дом, каждый стол получит вот такой вот пасхальный кулич освященный. В первый день подготовки было доставлено 10 тысяч куличей. Кстати, заказ на их выпечку получил Звенигородский хлебзавод. Люди переживают, что они не смогут попасть в эти дни в храм, не смогут осветить куличи. И это действительно большой подарок и замечательная возможность завтра развести вот эти освященные куличи пенсионерам, ветеранам, малоимущим. Чин освящения совершил благочинный Одинцовского церковного округа. Выставляются и освящаются ключи сия благодатью Пресвятаго Духа, коплением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вторую половину пасхальных куличей осветили на Звенигородском хлебзаводе. Их также упаковали, повязали ленты и открытки. Андрей Робертович поставил какую задачу? Ведь храмы закрыты. А ведь мы должны прийти к нашим жителям с освященными куличами, который принесет им свет и радость Пасхи. Никто же и умерший от Преисподних воскресил еси. В канун Пасхи праздничные куличи доставили ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, многодетным семьям и всем тем, кто в эти дни вынужден остаться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мария Шмакова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».